Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Это имя с буквой Ж означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Вибрации у этой личности являются чем-то вроде внутреннего двигателя, активизирующего человеческую активность. Но эта активность возможна только в том случае, если у данного человека присутствуют характеристики, находящиеся в гармонии с проставлением внутренней сущности. В противном случае эту личность ожидает полная фрустрация, и она может стать агрессивной, сварливой и недовольной всем и вся. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Звук Л говорит о сильно развитых родственных чувствах. Такт буквы Ж – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Эти люди умеют организовать других людей. Представителям этого имени следует по возможности носить одежду из блестящих тканей. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. У людей с этим именем нет явных противоречий с другими людьми, так что невозможно точно указать даты, когда им следует быть осторожнее. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Буквы Ж в имени – это стремление к эстетической завершенности. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.